Привет, Диана! Привет! Друзья, Диане вчера принесли вот такой замечательный подарок. Здесь написано, что он от Кидландии. Ты накрутишь ей подарунок. Диана, что здесь написано? Для Дианы. Здесь написано, что этот подарок для Дианы. Правильно, чтобы мы не перепутали. Не терпится посмотреть? Да. Открываем. Собачка. Какая это порода собаки? Такса. Правильно. Смотрите, какой прикольный собачка пришел. Привет. Что там еще есть? Письмо? А это кто там нарисовал? Смотрите, это же наша фотография. Это не просто фотография, это магнит. Магнит на холодильник. Карточка. Вау! У Дианы будет своя золотая карта Кидландия. А это что? Чек на стартовый капитал 300 ландим. Представляешь, ты богатая? У тебя есть 300 ландим уже. Классный! Ух ты! Это Диана в Кидландии, на шопинге. Это собачка, это я, это Рома. О, все собрались. Это коробочка с пазлами. Смотри, Диана, какая у тебя картинка классная. А это наши пазлы. Красивые. Смотри, кто на них нарисован. Такса нарисован. Браслетики для девочки. Что? Что такое? Паспорт. Да, у тебя будет свой личный паспорт. В стране Кидландия. Смотрите, какой классный. Паспорт как настоящий. Только фотографию нужно вклеить. Брелочек. Два значка. Один шпилька, один крапка. Что там еще? Ого! Знаешь, что вот это такое? Что? Это не просто такой флаер. Нет. Этот сертификат дает право на бесплатное посещение детского парка профессии Кидландия для двух взрослых и двух деток. Один и второй. Мы сможем пойти туда два раза всей семьей. Класс! Диана, это... Смотрите, бумажка Диане тоже пригодилась. Ты ее оденешь и пойдешь так? Нет, это мой шарфик. А, это наш шарфик. Диана уже переоделась в Машеньку. Как Диана красиво навязала шарфик. Смотри, что здесь написано. Привет, Дианочка. Вот тут написано твое имя. Меня зовут Такса Плямка. Это Такса, ее зовут Плямка. Меня зовут Плямка. Вот здесь написано все, что было в этой коробочке. И расписано, для чего оно. Ну что, Диана, может поедем в Кидландию?